движется. Преследую. Он не из МИ-5. В нашем спецотделе приходится марать руки. Цель обнаружена. Попался! Ты еще кто такой? Твой брат. Я искал тебя 28 лет и наконец нашел. О, господи. Может, поцелуемся? Только не в губы, я не из Лондона. Еще вчера я, как обычно, гулял в баре с пацанами. А сегодня уже в Лондоне со своим давно пропавшим братом. Не волнуйся, стекла бронированные. Стекла-то у нас бронированные. Закрой окно! Ты провалил все дело. Мне нужно залечь на дно. Я знаю идеальное местечко. Ну вот мы и снова в раю. Это же твой брат! Где тебя носило столько лет? Занят был. Кстати, поздравляю. Какой срок? Я не беременна, просто с жирком. Фу. Ты уверен, что здесь безопасно? Доверься брату. Сюрприз! Как этот сброд узнал, что я здесь? Я передал секретное сообщение через местный сайт, Твиттер. Здесь тебя никто не найдет. Этот вирус убьет миллиард человек. Я должен остановить ее. Однажды я уже потерял тебя. Но больше этому не бывать. Помоги брату спасти мир. Follow me, right. Кто это? Для начала ты должен научиться обращаться с оружием. Офигеть! Надо такое детям купить. Может, хватит уже палить по всем? Нови, соблазни агента в зеленом платье. Ее трудно не заметить, она сногсшибательно красива. О, и впрямь сногсшибательно. Вам в номере убраться? Сверху донизу. Убейте этих идиотов. Братья из Гримсби. В меня попали. Через минуту яд убьет меня, если ты его не высосешь. Я ни за что этого не сделаю. Follow me, right.